Всем привет! Сегодня у нас мега редкая распаковка. Сегодня мы распаковываем все остатки первого и начала второго альбома. Да. Да. Вот у нас пакетики. Их сегодня вот мне, откроем вот все. Знаешь, мам, мне вот эти вот больше пакетики нравятся. Мне-мне? Да. Да? Они такие милые, потому что тут радуга, видите? Да. Такая вот. Прикольно. С какого начнем? Ну, не знаю. Так, сейчас глянем. Вот давай первый закончим. У нас тут букашки. Да, букашки, их двое осталось. Шопкинсы да. Тут редкие. Во. Вот они. Вот они. Привет, привет, мы бабочки. Да, давай распаковываем. Так, сейчас найду. Вот, смотрите. Давайте вот так. Мукочки, кто там, кто там? Кто там, кто там? Я уже увидела, смотрите. Давай. Седьмой номер. Она будет вот летать примерно вот так. А то что они все стоят-то просто? Да. Красивая обертка. Угу. Хорошо ты сделаешь пакетики. И ты помогаешь, хорошо. Троечка, вот такая вот у нас пчелка. Пчелка жу-жу-жу, пчелка Майя. Да, пчелка Майя. Жу-ж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 у. Петь начали. Да. Ну, что еще делать? Пой, да пой. Держи троечку. Давай. Ай, клей, приклеимся. Пчелки. Пчелка Майя. Она будет жу-жу-жу. Вот так летать. Да. В сторонку. Пчелка Майя, жу-жу-жу. Только главное, чтобы не переборщить и сюда лапы не поместились. Да. А то будет, что за пчелка? Как вам такая? Клёвая коллекция была букашки. Вот это вот мама, а это доча. Ты думаешь? Ну, да. Ну, вполне похоже. И здесь мама и доча, да? Ага. А здесь две сестренки, ага. Наверное. Да? А или мама друзья. И папа. Ну, да. Ну, похоже на маму и папу. Да. Потому что вы заметили, здесь крылышки эти, как её, синие. Угу. А здесь розовые, да? Угу. Давай открывать следующее. Пинк-розовый. Пинк-розовый, да. Ну, тут уже все, закрываем. Второй альбом «Одежда». Вот я уже знаю здесь что, но я вам не буду говорить. Вы сами сейчас увидите. Ну да, Оля подглядывала. Это вот это вот? Нет, это мням. Это шопкинсы. Шопкинсы. А, вот. Это для супа. Я нашла уже. Ага. Вот они. Вот, открывай одежду. Так, смотрите. Угу. Ой, ничего страшного. Да сейчас. Ах, как коварно склеено. Ура! Это для кого? Это для мальчиков. Могу вам подсказать, наверное, да? Что вот тут вот. Пятерка и четверка. Да, для мальчиков. Это наверное, тоже да? Шортики и футболка. Угу. У нас такой прикол. Шортики и футболка. Кстати, номер вот. Просто я вам не показала. Два. Вот тут вот. Номер два. А шортики, кстати, к номеру два мы уже подобрали. Мы уже открыли шортики к номеру два. Да. А теперь, Макс, вот не ругайся. Было хорошо, если бы хоть платьишко какое-то попалось. Да. А сейчас и попадется, у нас осталось два номера. Знаете, какой прикол? Это типа тут на вешалке так висит. А-а-а. Шатается. Ветром дует, да? Вот как. Где-то странновато повесилось. Да. И еще два. Типа там очень сильно ветер дует. Так, еще два. Еще два, да, осталось. Вот, смотрите. О, уже что-то меняется. Шортики. Давай. Номер, кстати, пять. На. Давай. Ой, локтем стукнулась. Вот какие красивушные. Сюда бы добавить блесток, ага. и будут девчачьи. Да. Да. Давайте пока с вами следующее открывать. А это?
Ой, мама, возьми эту малявку. Давай. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Опа, на полочке. На своей. И что же будет под номером 4? Вы уже видите. Только тут вот смотрите. Вот так. Ну, здесь, кстати, не футболка, вы видите, рубашка. Смотрите, да. У нас все размылось там сзади. У нас тут произошла маленькая форс-мажорная ситуация. Немножко капнули, когда делалась она. Но от этого кофточка не пострадала. Да. Да. Хорошенькая. И вот она. Я ее еще не намазала. Я знаю. Я просто покажу им, как я приклею. Ну, давай. Вот так вот. Немножко в сторону. Стильненькая такая, да? Улетела, как птичка. Стильненькая она, да? Вот смотри. Вот так вот немножко наклонено будет. Приклеила? Да. Да? И следующее. Так, покажем, что у нас получилось. Смотрите, вот как у меня коллекция. Эх, жалко, но тут, смотрите, такой объемчик прикольный. Здесь темненькая полоса, ну, может быть, и здесь тоже темная. Сейчас же как делают футболки? Иногда в краску окунают, вытаскивают и все. Так, ну что, шопкинсы. Я люблю шопкинсы. Либо для супа. Набор для супа. Набор для супа. Правда, в наборе для супа нету одного ингредиента. И когда мы откроем наборы для супа, вы уже подумаете, какого ингредиента нету, и напишите. А Оля будет молчать. Мне. А не, не скажу, а сама думаю. Ну, наушка. Потом. Ну, ладно. Видали? Ой. Что-то я не то открыла. А ты открыла мням-ням. А да. Мням-ням его еще нету. Ну вот ладно, она. Пока в сторону отложим. Мням-ням. Давай, приклеим, а не в сторону отложим. Ну, кучки. Какой, седьмой? Нет, ты не знаешь. Два. Два уже наклеено, не может быть два. Как не может? Не поняла. Как это так может быть? Значит, мы вот это неправильно наклеили. Ну, что нам делать? Ну, ладно, на однёрочку. Значит, будем клеить куда хотим. На однёрочку давай наклеим. Давай. Если будет однёрочка, то... На... Может, это лишнее будет. Вот это сюрприз. Однёрочку на другое приклеим, значит, да, мам? Угу. Вот этот сюрприз такой устроился. Ну, если там тоже два, то ты нечаянно, наверное, просто сделала. Мне очень нравится два. Это мороженое радужное. А вы не знаете, какое мне нравится. Какое тебе самое, нравится? Самое-самое милое в жизни. Какое? Сейчас увидите. Дай-ка хоть я один раз открою. Ой, как я открываю, странно. Век. Ой, это так мило. Ну-ка, очки. Однёрочка. Однёрка, во, как раз однёрка. Ну ладно, мы на другое место приклеим. Да. Ну вот, я на четверку приклею. Давай на четверку. Ну, больше мне, кстати, еще нравится вот это вот. Это самое-самое милое в жизни. Да. Такой воздушный, как маршмелло, да? Полетел пакетик. Ой. Это у нас отклеили ниточку. Приклеивай, а то сейчас клей высохнет. Я на 4 приклею. Ух ты, как здорово. А 4 будет у меня на шестерке. А шестерка будет тут. Думаешь? Ну да, чего? Просто ну, место. Открываем. Вот так вот у нас произошел. Форс-мажорная ситуация. Да. Не бывает. Это, наверное, было где-то вот тут. Или тут, не знаю. Правда, я что-то тут надела с пакетиком. Посередине. Вот, видишь? Прям посередине рвешь. Ой, и они так мило. Влазят. Смотрите, вы заметили тут звездочка? Вот смотрите, вот такая вот звездочка. На, всем звездочка. Давай. Такая темненькая, прям даже не видно глаза. Темненькая шоколадка, шоколадка, шоколадка. Да? Шоколадка. Ну вот реально мне больше вот этот вот нравится. Вот. Он милашный. Такой милый. Ну и этот мило. Держи. Ну-ка, очки, это какой номер? Шестерка. Ну, ой, что я сделала? И что делать? Приклеить. Это шестерочка.
Шестерку я сюда приклею, явно. Почему? Шестерка-то свободная. Шоку-шоколадка, шоку-шоколадка. Ой-ой. Ой, это арбузик. Пути-пути-пути-пути. Здорово. Кстати, четверочка. А у нас четверка занята. И значит, мы семерку. А семерку мы... А где семерка? Ладно, ты чего себя перепутаешь? Почему у тебя семерки нет? Там, кстати, был клей. Да, блин. Ну ладно, просто поглажу. Как вам коллекция ням-ням? По-моему, шикарно. Какой больше нравится? Давай сначала набор для супа, а потом самые сладкие шопкинсы. Right. А где вот это? Да. А потом самые сладкие шопкинсы. Ой, ты тут переборщила, нечаянно. Так, что тут? Что тут? Ну-ка. Для супа не хватает один ингредиент. Попробуйте догадаться, что это. У меня как-то этот ингредиент... Ух ты! Если это морковка, то... Нет, морковка есть. Попробуйте догадаться, что это за ингредиент такой. Я уже знаю. Морковка. На. Морковка, циферка 2. Для супа. Супик, супик, супик. Супик, супик, супик. Нужно кушать каждый день. Да? Ой, видите, ой, кто это там? Пирожочек это? Какой-то. Кто? Нет, это кастрюля. Пирожочек. Какой-то пирожочек. Пирожочек в суп сам. Кто? Да-да-да. А какой? Какой? Семерка. Семерка? Да. Я шутила. Ты не шути так, а то у меня все подписано. Кастрюлька немного будет такая вот сдвинутая. Ну, хорошо. Типа с краешку она там стоит. Хорошо. Все, пригладила. Так, вот они. Ой, возле меня шопкин свалялся. Вот, ой, я, конечно, вам назад показываю. Вот. Как оторвал всех нас. На половинке опять сорви. Ну, тут есть место. Кто там? Кто там? Что там? О, это прикольно. Что это? Тер-де-дэм! Та-дам! Тень, пакетик куда-то не туда бросила. Это что? Это что? Я не знаю. Как не знаю? Забыла. Плита? Газовая конфорка. А-а-а. Ну, плита, да. Она тут. Да. Я ее наклею. Вот на так. Плите кастрюлька, а в кастрюльке... Да. Вещи. Овощи, да? Ой, какие вещи? Их надо будет порезать. Да. А прикол, если бы мы сделали порезанные? Капуста. Капуста. Муста. Это... Двоечка. Четвёрочка. Не получается мне тебя путать. Не получается меня путать. Эй. Четвертая капустка. Ой, что же будет слишком под большая. Под седьмым номером? Да, большая. Зачем ты ее слишком большой сделала? Вот так нарисовала. Ой. Ну, что там? Картошечка. Такая маленькая. Последний, седьмой. О, у меня вот так будет лежать. Правда, должна стоять, ну и что? Ну, ничего страшного. Все равно циферку-то не будет видно. Да. Какого ингредиента не хватает для супа? Смотрите. Кто напишет, какого ингредиента не хватает? Я догадываюсь. Кастрюля с водой. Я думаю. Овощи? Я знаю, я догадалась. Что? Курица. Мясо. А мясо? Не хватает. Ну да. Я подумала, курица. Ну, курицы. Да. Теперь?
последний самый сладкий шопкинсы. Люблю шопкинсы. Шопкинсы. Давай. Мои любимые. Я тут кое-что засмеялась. Опачки. Опачки, кто у нас попался? Троечка. Что это? Креселка. Ух ты, креселка. Только, мам, его надо было вот сюда сделать. Да. Ну или сюда поближе. Знаете как? Вот смотрите, вот так вот. Было. Прикольно. Но это у нас троечка. А еще, знаешь, прикол? Блин, я сюда просто приклею на глазик. Да, пошутила, я не буду. Держи троечка. Лапочка тут стоит. Лапочка. Гостиная с щеночками. Держи цветочек. Это шестерочка. И еще три, еще три, еще три. Три, 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 три. Цветочек стоит вот тут вот. Дальше. Мам, не смеши. Я смеюсь. О, выпал столик такой плоский. Вот смотрите. Ой. Да. Скамеечка такая, да? Не похоже на скамеечку. Да. Это столик, мам. Номер 10. Вот бы вот это вот было вот тут вот. На столике. Потому что на столике всегда эти должны быть. Пожалуйста, только девяточка. Хоть бы девятка мне. Ну, то есть не мне, а ну была, в общем. Так. Девятка. Как ты хотела. О, мобильный телефончик. Ой, он такой маленький. Давай. Ой, он приклеивается к моим рукам. Мобильный телефончик. А пока следующий буду уже открывать. О, смотрите, что это. Смотрите, смотрите, смотрите. Не видно. Давай, клади его на ладошку. Тоже не видно. Клади его на ладошку, а забирай телефончик. Бабс, не надо, ну-ка и че. Вот видите. А, кстати, какая циферка? А, ну ясно, уже 5. Давай, сейчас клей высохнет. На телефончике прям пятерочка. На телефончике микроволновка. Ой, такой маленький. И завершающий 5-й номер нашей коллекции Шопкинс. Это телевизор. Готово. Гостиная с щеночками. Готово. Как вам гостиная с щеночками? Кто больше нравится? Как вам коллекция? Кто больше нравится? Я могу показать, кто мне нравится. Покажи. Это и это. Тебе нравится все? Да. Вот это вот все прям вот тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Здорово. Мне прям все в журнальчиках нравится. Ну, на сегодня все. Спасибо большое, что вы распаковывали с нами альбомчики. Всем пока!